Чаще всего люди заходят на YouTube, чтобы расслабиться, отвлечься от повседневных забот, работы или учебы. Наша первая пятерка идей как раз для таких случаев. Первое. Создайте фирменную заставку канала. Динамичная заставка длиной 2-3 секунды с запоминающимся джинглом, которую вставляют время от времени в ролик между эпизодами, работает на узнаваемость канала. Ее и другие элементы визуального оформления канала, шапку, лого, обложки видео, легко создать в редакторе Canva. Вторая идея. Попробуйте себя в жанре ASMR. ASMR – сокращение от автономной сенсорной меридиональной реакции. Так называются приятные физические ощущения, которые люди испытывают от определенных звуков и зрительных образов. Например, от шепота или нарезания сухого мыла. Жанр ASMR, ставший сенсацией на YouTube в 2016 году, остается популярным и сегодня. Косплей – один из самых популярных жанров для развлекательных видео. Он предполагает перевоплощение в героев анимационных мультфильмов, кино, сериалов и компьютерных игр. Увлеченные косплееры тратят порядочные суммы на костюмы и аксессуары, но это вовсе не обязательно. Например, в этом ролике блогер Мил Скелл со своими друзьями сделал бюджетный косплей на сагу о Гарри Поттере. Итак, четвертое. Покажите свое хобби. Творческий видеоблог дает возможность найти единомышленников и поклонников. Такой блог можно монетизировать, продавать результаты творчества или получать добровольные вознаграждения от зрителей. Вот некоторые популярные тематики для блога такого формата в YouTube. Скетчинг, вязание, керамика, создание украшений из бисера, декор для дома и тому подобное. Пятая идея. Снимайте забавные видео с домашними животными. От наблюдения за путешествием хомяка Дэнди по радужному лабиринту просто невозможно оторваться. Если у вас тоже есть милый питомец, его сделайте звездой YouTube. Если нет, рекомендуем завести, вам для души, и аудитория будет рада.